Время верить в чудеса. Концерт с таким названием отгремел накануне в стенах Орловской детской хореографической школы. Итоговое мероприятие представили воспитанники учреждения. От самых маленьких 2,5 года и до 18-летних ребят. На сцене была как современная хореография, так и русская народная. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Всей семьей», который стартовал по всей стране и приурочен к году семьи. Поучаствовать может каждый. Суть проекта проста. Вместе в лес, в путешествие какое-то, может быть, поход в кинотеатр или концерт. И я уверена, что все люди, которые пришли на сегодняшний наш концерт, они тоже своего рода выполнят это задание и тем самым поучаствуют в проекте.